الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня с вами снова я, Ум Малик, и мы продолжим изучать буквы, уже последние буквы, как бы мы приближаемся к окончанию. Если вам интересно продолжение, потом поддержите проект, да, и тогда буду видеть, если что нужно продолжение без нуля, уже каких-то других правил. Поддерживайте, ставьте лайки, спрашивайте, задавайте вопросы, да, или здесь, или в Телеграм, или Инстаграм. Сегодня у нас с вами интересная буква. Мы уже брали такую форму, мы брали с вами букву Сад ранее. И сегодняшняя буква, она по форме напоминает букву Сад. Единственная разница — это наличие точки. Поэтому в самом написании, кроме точки, никаких различий не будет от предыдущей или ранее выученной нами буквы Сад. Но произношение у нее возникает разные моменты. В частности, у меня даже на канале есть два урока, если не больше, видео, да, которые, два видео, которые относятся к произношению той буквы, там, объяснению. Поэтому, кому интересно, можете тоже поискать и посмотреть. Харф называется Харф Бад. Арабский язык еще называют иногда язык буквы Бад, да, так как арабы считают, что такой буквы в других языках нет. Аллаху Алям, возможно, так и есть. Буква твердая, интересное такое звучание, да. Посмотрим. Важно, что мы опираемся как бы не на кончик языка, а на боковые части, на боковую часть языка. Сразу как бы с махриджем свяжу, чтобы вы понимали, так как это действует, потому что, ну, в русском как бы эта боковая часть вообще непонятна, да, нету махриджа такого. Смотрим, как она читается. Бо, бы, бу. Бо, бы, бу. На сукуне она протяжна, как это ни странно. И такой звук, как будто, ну, похож на глотание, да? Бэйфу. Примеры. Адлю. Адлю. Да, то есть не говорим адлю. То есть это не даль. Кончик языка у нас вверху, но мы на него не жмем. Бабу, бабиту, бафу, арлу, мадрибу, мидрабу, идрибу, тадрибу, адрибу, идорабе, идорибу, истелбафе, истелбайфу. Важно, что иногда сестры делают, ну, или калькаля, например, на сукуне говорят, какой пример взять, да, например, говорят милу рабу, милу, это неверно, мил, да, у нас мил, мил, такой звук, как будто внутреннее глотание такое, да. И иногда делают ее вообще как паузу. Мил, рабу, да, то есть никак, звука нету никакого, это тоже неверно. То есть это не пауза. Должен быть звук, пусть он не такой яркий, как с другими, например, буква син, да, но, тем не менее, он есть. Прописываем, читаем, ищем, смотрим, да, и задаем вопросы, если они есть. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته